что такое сон и какая наука изучает чуть ли не важнейший процесс нашего организма. Сон – это уникальный процесс, который каждый из нас испытывает, который испытывают многие животные, млекопитающие в том числе. Это то, что генетически детерминированный процесс. Это наша физиология. Это то, где мы проводим 1/3 нашей жизни. Это то, что необходимо для существования в дневное время суток, поскольку люди – это дневные, будем говорить, особи, когда мы функционируем, и наша жизнедеятельность основная днем. От обычной бессонницы до мистического сонного паралича. Это безумно пугает людей. Они не понимают, что с ними происходит, нормально это или нет. У них много фантазий, что если они забудут вообще встать. То есть голова проснулась, а тело как бы парализовано. Поэтому и название «сонный паралич». Врач-сомнолог Татьяна Горбат и ее увлекательный рассказ о том, почему сон так важен для нас. Радоваться жизни, на мой взгляд, получать массу удовольствий, экспериментировать с удовольствием. И тогда сон точно будет здоровый, крепкий и приятный. Смотрите в пятницу на нашем телеканале.